такие огромные деньги, скажем так, вот. И потом тоже важный момент, как я сказал, у нас есть определенные здесь приоритеты, да, которые мы расставляем, на что мы должны вначале обратить внимание, да, или те проекты, которые должны идти, проекты, которые могут быть заморожены, проекты, которые еще не в стадии начала, да, то есть по нашему плану, который у нас есть, это как раз одна из частичек, все-таки наша главная цель – популяризация баскетбола, и вы все понимаете, что без продукта конечного, самого сильного примера, хотя бы раз в неделю, мы не сможем приучить зрителя к баскетболу. Так как у нас сборная играет только один раз в году, да, это лето, вот я надеюсь, что мы сейчас перейдем на систему, когда будет играть еще, да, и в феврале, и в ноябре. У нас, к сожалению, всего есть месяц, когда мы можем увидеть вот такую вот самую топовую, да, сливки, которые играют. Вот в течение сезона у нас есть наша топовая лига, но это как бы очень обособленно, да, только внутри страны. Все-таки вот это вот международное качество, да, такое мировое, у нас сейчас есть возможность видеть. И мне кажется, что это очень важно как раз для популяризации, для привлечения внимания к баскетболу. Вот. И только в этом ключе мы рассматриваем это, потому что действительно, опять же, я говорю, что нам не нужно никого обманывать, мы должны учиться. Мы должны учиться на самом лучшем, что есть на сегодняшний день. Не значит, что мы должны внести и запропагандировать все это. Нет, нам нужно учиться на том, что есть сейчас. А будет какая-то...